Анастасия Черняк шахматами занимается с 5 лет. Когда пошла в 1 класс, родители пригласили профессионального тренера. И уже 2 года Юрий Капустин обучает юную шахматистку теоретическим и практическим знаниям. Сейчас у девочки 3-й спортивный разряд. К интеллектуальному виду спорта Настя относится трепетно. В детском саду у нас там были кружки. Я там увидела шахматы. И мне показалось, что это мне, как сказать, самый родной кружок. Недавно Настя вернулась с дальневосточного первенства по шахматам. 7 баллов из 9 принесли спортсменке 2-е место. А это прямой путь на первенство России. Однако дорога к успешному результату была под угрозой срывом. Планы едва не нарушила природа. Первый снег, заторы и пробки. Опаздывали, очень переживали, потому что по положению время отведено опоздание. То есть 30 минут. Мы подъехали, у нас опоздание было 25 минут, и поэтому успели, но как бы нервы тоже сыграли. Но побороть нервы удалось. Успешно выступить, считает Настя, ей помогли уверенность и воля, а также удачный проход к концу партии, когда остались только пешки и короли. Пешечный эндшпиль мне удавалось выиграть из-за того, что черному королю надо было отступать. И я прорывалась на черную территорию, забирала пешки, и они становились ладьями или ферзями. Юрий Капустин – тренер с большим стажем. Когда-то выступал за сборную края, сейчас занимается со студентами и детьми. Говорит, за 2 года занятий Настя уверенно поднимается вверх по шахматной карьерной лестнице. К дальневосточному турниру начали готовиться сразу, как вернулись с предыдущего. Отталкиваясь от ноября прошлого года, мы готовились уже к ноябрю этого года. Ну и предварительно мы учитывали те турниры, в которых мы хотели бы участвовать и участвовали, потому что для детей очень важно, чтобы они, ну, почаще играли в шахматных турнирах. Однако соревнования по шахматам в Уссурийске и крае проходят редко. Сохранить наработанные навыки помогают и тренер, и компьютерные программы. Разные уровни специальных приложений позволяют практиковать хитрые ходы на умной машине. Но реальные тренировки и изучение теории – основной способ подготовки к первенству России по шахматам. Турнир пройдет в апреле 2016 года в городе Сочи.